С приходом летних каникул в 12 сельских и городских школах Белореченского района начинают свою работу лагеря с дневным пребыванием детей. Кроме того, организованы 8 лагерей труда и отдыха для подростков. Планируется, что в течение первого потока в них отдохнут и поправят свое здоровье более 1500 белореченских школьников. На открытии лагеря в школе номер 1 побывала наша съемочная группа. Сегодня мальчишки и девчонки, еще недавно сидевшие здесь за партами, сменили строгую черно-белую школьную форму на яркую летнюю одежду и приняли участие в грандиозном празднике. Как настроение? Вот это уже да. Чувствуется, что вы пришли сюда весело время проводить. Хочу пожелать вам в этот день, чтобы действительно лагерь стал для вас тем местом, где вы очень нужно, полезно и весело провели первые дни школьных каникул. Действительно зарядились нужной энергией, отдохнули по-настоящему. Несмотря на то, что ребята всего второй день в лагере, они уже успели не только придумать название и девиз для своих отрядов, но и подготовиться к торжественному открытию. Здравствуй, лето! Сколько солнца, сколько света, сколько зелени кругом! Что же это? Это лето! Наконец спешит к нам в дом! Накупаюсь волю в речке, волю буду загорать, и на бабушке на печке сколько хочешь буду спать! С праздником ребят поздравил и коллектив «Дети Next» районного дома культуры. Ребята активно участвовали в программе, с удовольствием разгадывали загадки и отвечали на шуточные вопросы ведущей. Кто живет, всем отвечать на 4 и на 5? Я! А кто из вас такой хороший загорать ходил в галошах? Я! Загорать в галошах? Праздник продолжили веселые старты, в ходе которых лучики, винни-пухи, ежики и короли, именно такие названия ребята придумали своим отрядам, соревновались в быстроте, ловкости и смекалке. В лагере «Солнышко» у нас в этом году 100 человек детей до 10, по 10 лет. И еще у нас есть лагерь «Ровесник». Там ребята 14-15 лет, там 20 человек ребят в лагерь труда и отдыха. Ну, в этом году у нас, в принципе, программа обширная. Мы планируем и спортивные развлекательные программы. Большое спасибо у нас Центру детского творчества. Районный дом культуры к нам очень хорошо относится и всегда откликается на наши приглашения. У нас планируется спортивная развлекательная программа «Стартин». Малые Олимпийские игры. И сегодня у ребят будет конкурс рисунков на асфальте после открытия смены. В общем, дни насыщенные, детям есть чем заняться, и скучать им не придется. Вера Савельева, Сергей Чернецов, «События и люди».